функция популярного предмета арт-директор обосновывает новое отношение к личности человека. Современный профессионал – это уже не ремесленник. Современный профессионал – это всесторонне образованная личность, конкретное воплощение идеала универсального человека. Появляется современный и модный, раскрученный медиаобраз арт-директор с его стремительным продвижением вверх по социальной лестнице и его интеграцией в карьеры новых и актуальных профессий, который связан с образом художника. Современный профессионал – это всесторонне образованная личность, конкретное воплощение идеала универсального человека. Появляется современный и модный, раскрученный медиа-образ арт-директора с его стремительным продвижением вверх по социальной лестнице и его интеграцией в карьеры новых и актуальных профессий, который связан с образом художника. Художника, называемого гением успешности, а к его имени постоянно присоединяется термин «божественный креатор». Это выдвижение арт-директор на первый план социальной жизни не является случайностью. Всесторонне образованный, владеющий в равной мере и науками, и ремеслами, арт-директор выступает как посредствующее звено между производственным и умственным трудом. В его деятельности распознается реальный путь к преодолению того дуализма теории и практики, знания и умения, который так свойственен всей нашей современной культуре. Считается, что каждый человек, если и не по роду занятий, то по своим интересам должен подражать профессионально реализованному арт-директору. Данная профессия действительно заслуживает пристального внимания, ведь именно арт-директор предсказывает современные тенденции и формирует новые тренды.